прокомментируйте игру, чем доволен, чем недоволен по игре. Да, конечно, сегодня удоволен с победой, удоволен, что моя команда была команда первый раз, как я взял. Качество у нас не было в периоду большое, на этом надо еще работать. Але все по тактиці, все, що сказали, це зробили. У вас традиція з 2012 року проігрувати національні дивізії зимою? Я не знаю, ми так. Я не... Що говорять ігроки? Нічого не говорять. Ми смотримо кожну ігру, кожна слідча дуже важна є. І так будемо далі працювати. Без різниці, сьогодні 3 очка і, дай Богу, у суботу 3 очка, це по одному. Сказали, качеством недовольны, а итог должен быть устроить. Все-таки один момент стопроцентный был, его и реализовали. Конечно, я очень удоволен по тактике, как работали защиты. Это все, что сказали, что искали и так и делали. Конечно, нам еще надо времени, много новых футболистов, новый тренер есть. И, конечно, да, Шериф хочет победу каждую игру. Это есть и давление, так и надо быть у футболу. Только если будет все нормально, через 2-3 месяца будет много лучше. Во втором тайме вы сбавили обороты или Зимбро заиграл по-другому, поактивнее? Не. Мы знали, что мы это и хотели, чтобы Зимбро бил мяч. Мы ждали свою ситуацию, а не было качества в периоде, чтобы дали какой мяч, чтобы еще лучше в контратаке играли. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.